Колейный мост, мост металлический, две колеи у него. На каждую колею устанавливаете вот такой вот заряд. Три мины 120 мм вниз, три противотанковых мины сверху, вот такие мины на вот таким же порядком. И сверху сосредоточенный заряд. После этого вот так сложили вот эту колбаску. Здесь делаем прорезь. Добираемся до пластины. И уже к нему потом будет капсуль-детонатор с огнепроводным шнуром. То есть будет зажигательная трубка. Вот 300 секунд для того, чтобы отойти на безопасное расстояние. Понятно, да? Все, давай грузимся. Еще смотри, кто будет детонаторы вставлять сразу же. Два человека. На одном мосту и на второй колесо. Это обязательный прям момент. Получается там поровну? Нет, я могу, в принципе, ну, я сейчас СССРшки на себя возьму. Один дублирующий, то есть чтобы если у нас один не сработает, будет отказ, второй точно наверняка. Первый есть. В течение сегодняшней ночи группа обнаружила, как противник навел переправу через ров для дальнейшего наступления, либо продвижения своих войск, переброски. И группа утром по сумеркам выдвинулась в данный район для минирования этой переправы, которая была выложена с помощью танкового мостоукладчика, и мост был уничтожен.
Задачи у нас поступают постоянно, только выполняем одну, сразу же выдвигаемся выполнять другую задачу. В основном это у нас наблюдение, обнаружение противника, корректировка артиллерии, авиации. Также присутствуют такие моменты, как взятие языка. Ребята тоже с такими задачами справляются. Работаем с самого начала специальной военной операции, и все у нас получается.